Итак, это продолжение прохождения Готики. После того, как мы добыли Юнитор из каньона Тролля, я пришел к Сатурусу. Ну не стал я уж... Во имя магии! Я не стал снимать путь вот сюда. Я нашел Юнитор в ущелье Троллей. Хорошее начало. Не ожидал. Скоро мы сможем осуществить наш план. Смело иди вперед и достань нам еще два камня. Надеюсь, у тебя все получится. Отлично. Новый уровень. Ладно. Да, кстати, помните то место, куда мы ходили мочить ищеек, чтобы достать... Надо выждать время. Орчий-то. Спешка не доведет до дома. Мы сейчас отправимся снова туда, но на этот раз уже будем там искать Юнитор. Хотя, стоп, чё это я? Мне надо было еще к магам заглянуть. Я думал, интересно, это уже давно решенный вопрос. Не хотел бы я, чтобы не хочу встречать этого парня. Больше не хочу слушать эту болтовню. Вот, Риордан. А что это у него тут за книга? Алхимия плюс 10. А, понятно, то есть у меня появился навык алхимии. Блин, я только не пойму, когда я сам смогу варить зелье. Что я вот сам когда играл, у меня никогда варить зелье не получалось. Может, теперь получится потом. Покажи! Так, ладно. А у тебя мне надо прикупить кое-что. Так, а у меня рецепт Калума. Останется. Так, давайте-ка я у него рецепт, что ли, заодно куплю. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Надо выждать время. Слишком не доведет до добра. Несколько таких, несколько здесь никому таких. Нельзя доверять. Одно и вокруг слишком много предателей. Слишком. И ману. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Это уже решенный вопрос. Такое со мной. По одному каждого. Так, что я могу тебе продать? Здесь ничего. Больше этого не случится. Свитки света мне больше не нужны. Я не имею отношения к этому делу. Держись. Лучше ни на что не. Так, ладно. Амулет этот я тоже продам. Здесь никому нельзя доверять. А трофеи? Слишком много предателей. Мне же вот трофеи остались. А, не, я их все продал. Тьфу ты, блин, у меня ж ничего нету, чтобы больше платить. Я не хочу слушать эту болтовню. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Ну, вот эта книга мне тоже не понадобится. Держись. Может, какую-то еду продать? О, мясо. Да, блин, надо было его пожарить сначала. Не буду пока ничего покупать. Охотиться пойду, чтобы было раньше, что давать взамен. Надо выждать время. Все, погнали. Спешка не доведет до добра. Прежде чем что-нибудь говорить. Только между нами другим не нужно рассказывать. Чтобы быстрее бежать. Неизлечимо. Я давно это знал. Такое со мной больше не случится. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра.
шершни. Да как их тут много. Вот повезло, да. Ох! Ох! О, а вон там шлюги. Да. Мы набрали много крыльев. Давайте-ка теперь шлюгов замочим. Замочу. Ни черта. Пипец. Так, теперь еще ему заново юнитор надо отдавать. Надеюсь. Какая-нибудь ошибка в компьютере, либо антивирус ругается. Уже тогда было ясно, что это дело не кончится. Шахнулся. Нельзя верить. Больше не хочу. Выспался. Конечно, его злость тут не поможет. Из никому. Да, кстати. Покажи. О, у него руды сколько. И стрелы, и луки. Роговой лук, урон 68. А у меня какой лук? А мой лук какой урон наносит? Дай пройти. 48. Ха. Надо будет лук сменить. Возможно, это же не мое, ведь это правда. Мне уже надоело это слушать. Только сначала надо поохотиться, чтобы было чем платить, я уже сказал. Можно заодно будет у этого волка руды побольше скупить. Я ж зель купил. Наверное, ты прав. Беги, беги, давай. Это не слишком интересно. Быстрее беги. Нельзя держать язык за зубами. Возможно. Thank you.
попробую подстрелить его. Ага, попал. Давай сюда лезь. Сейчас я тебя прямо отсюда буду мочить. И замочил. Ха-ха-ха. Вам пипец. Опа, ныр, еще один шнык. Так, там же серфис рос, а я его не собрал. Все, не будем повторять предыдущих ошибок и сохранимся. А может лучше я этих гоблинов сейчас магией шахну? У меня ведь теперь третий круг, я могу огненный шар использовать. Ну-ка посмотрим, как они на него отреагируют. Так, куда бы... Ну пусть будет вон тот. На тебе. А, сдох. Чё, и никто даже не обратил на это внимания? А теперь тебя. А-а-а. О, извините, мне тут позвонили. Продолжаем снимать. Мочить гоблинов. Ой, а вот теперь уже набросились. Многовато вас, ребята. Проблема в том, что я не могу по ним попасть. Они по мне попадают. Блин, как они меня мочат. Оружие-то у них слабы, зато бьют они им. Будь здоров. Ну вот, кажется, все сдохли. Заберу их оружие и потом продам. Здесь больше нет гоблинов. Кочерга, но мне-то она не нужна. Деревянная ложка. Ну, тут одна всякая фигня. Опутного ничего нету.
ну-ка тут каменный корень. Давайте тут походим, что ли. Соберем тут все. Серфис. Ну, больше ничего нет. Ладно, идемте к Юнитору. Точнее, к этому, как его, к горному форту. Где мы были уже. Но на этот раз мы заглянем в сам форт. Там шершни летают. Давайте их замочим. Интересно, там волк снова появился? Появился. Можно будет заодно в старый лагерь заглянуть, да мясо пожарить. Идемте туда. Не самое лучшее решение. Сколько можно повторять? Так, конечно, лучшее решение. Нужно думать прежде, чем что-нибудь говорить. Здесь никому нельзя доверять. Каждый не может обмануть. Проблема давно уже. Вон и сковородка. Так ты говоришь. Заодно и выспались. Так ты говоришь. Уж лучше я посмотрю со стороны. Чужие проблемы, не мое дело. Я давно осознаю это в тайне. Людям лучше этого не знать. Ну все, теперь можно спокойно в горный форт идти. Больше не хочу. Уж лучше я посмотрю со стороны. Так. Насколько я знаю, наиболее короткий путь к нему там. Надо двигаться в сторону лагеря братства или болотного лагеря. Бежим нормальным шагом. Жаль, что перевелись тут твари. Я, конечно, знаю место, где я еще там мало кого убил, но мы туда позже зайдем. Это как раз рядом с этим фортом. Но мы будем охотиться позже, в следующей части. Сегодня мне некогда. Сейчас же утро, нам просто в школу сегодня надо идти позже, чем обычно. Поэтому мне сейчас главное, что нужно снять, так это то, как я добываю Юнитор. Стоп! Куда я иду? Мне ж туда надо.
точно, забыл, тут же ящерки водятся. Все же сразу. Чего я им никак не могу урон нанести? Так, лучше смотаться отсюда и зайти в укрытие. А как вам вот это? Не дайте внимания, вас утаить, собаки. Нужно собраться на какой-нибудь камень. О! Нет, 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 нет. Ай! Да задолбали меня! Да, походу юнитор мне не светит сегодня добыть. Не буду снимать сейчас. Вот пройду заново все это и сниму. Все, ящерицы все мертвы. Я не стал снимать, как я их тут мочу. Ладно, у меня осталось немного времени, мне надо срочно добраться до юниторов. Сейчас я тут пока врагов мочить буду. Всех убил. Ну да ничего. Эти ящерицы тоже боятся огненных шаров. Ой. Последняя. Фух, слава богу. Вроде здесь больше ящериц нету. Что растет. Вилаис называется. Не знаю только для чего он нужен, но я его соберу на всякий пожарный. Зельку и жизнь, и ману восстановлю. Только ману восстановлю лучше Серафисом. О, так-то лучше. И сохранюсь. Обязательно. Здесь нет.
Зато там голем, которого не так-то просто победить. Блин, нафига я продал одноручное оружие? Потому что только одноручное голему вперед, двуручное нет. Ладно, попробую его магией убить. Магия наверняка боится. Да не финты! Вон, видите? Блинский, я его убить-то не смогу. У меня ведь нет с собой одноручного оружия никакого. Или есть? Да, хоть он и слабый, попробую убить голема им. Даже маленький молоток теперь против голема отличный. Ладно, все, беру назад свой краш-панч. О, Лестер. Ну, понятное дело, сейчас все мне помогают. Эй, что ты здесь делаешь? Я выполняю задание магов воды. Им нужны магические артефакты, называемые юниторами. Ты хочешь найти юнитор, да? Храбрости тебе не занимать. С его помощью Сатурас и другие маги из нового лагеря хотят разрушить барьер и освободить колонию. Я поверю тебе, только когда увижу его собственными глазами. Я тоже, но скажи мне, зачем ты здесь? Я как раз думаю над тем, не пойти ли мне в горный форт. Есть один документ, который бы мне хотелось бы взять себе. С другой стороны, дорога туда очень опасна. Ясно. Как ты сумел миновать эту живую как гору? Как тебе удалось пробраться через эту живую гору? Я многому научился у гуру. Их магия бывает весьма полезна. Так, а что за документ ты разыскиваешь? Что за документ ты хочешь найти? Когда-то давно в этом форте жил правитель этих земель. Ему принадлежала эта земля и все шахты. Как у всякого дворянина, у него был документ, подтверждающий право собственности на землю. Он-то мне и нужен. Но пока мы находимся за барьером, он будет совершенно бесполезен. Ты прав. Но если маги воды смогут разрушить барьер, этот документ снова вступит в силу. Понятно. Мы можем вместе осмотреть этот форт. Отличное предложение. Иди вперед, а я пойду следом. Идемте. Только вот тут гарпий дофига. Сволочи. Сколько тут травок растет. Всяких. И в самом форте тоже гарпий немало. Блин, а орут-то они как, аж уши режет. На записи этот звук очень громкий, поэтому лучше поменьше его сделаю. Блин, тут только громкость речи и громкость музыки, а звуков нету. Ну ладно уж, извините, придется вам довольствоваться вот таким громким звуком. Ну или я тогда уменьшу громкость записи со стереомикшера, но тогда он будет, наверное, слишком тихий. Ну, звук самой игры, я имею в виду, музыки там. Я расстреляю вас. Теперь твоя очередь, негодяй. А ну, пошла отсюда, куда подальше. Ай!
стена, а? Не, вряд ли. Ну, в случае чего, я просто потом сниму до конца, когда вернусь, а потом смонтирую два видеоролика в один. Как я поступил с предыдущей частью, в принципе. Так, посмотрим, как этим карпиям понравится моя магия. А, тебе это не по вкусу? Ну так сгори же. Сгорело. А вот когда у меня уже огненный шторм будет, огненный дождь, вот тогда-то я всем надаю, сами поняли, чего. Давай, сдыхай. Сдохла. Теперь твоя очередь, негодяй. Еще одна. Да не лез-то. Я по гарпии хочу. Гори в аду. Сгорело. Лестер. А. Теперь твоя очередь, негодяй. Да не Лестер, ё-моё. Чё я промахиваюсь-то? Ну нет, реально. Ой, музон-то страшненький. Посмотри-ка! Кажется, это и есть Юнитор. Да, кажется, ты прав. Его не так-то легко достать. А, он там находится. Я знаю, но его можно будет вытащить с помощью заклинания телекинеза, если я его, конечно... Теперь твоя очередь, негодяй! Лестер, ё-моё! Лестер! Помоги! Он не справится с этим, сволочь! Я лучше смотаюсь! Иди нафиг! Нафиг иди! Я говорю, иди нафиг. Теперь твоя очередь, негодяй. Они все там. Но скоро прилетят за мной. И тогда мне крышка. Ведь у меня совсем не осталось жизни. Срочно пью зельку. Серафис ем. Для маны. А где Серафис? Так. Вот как я вас убью. Умрите! О, а тут Лестер. Гарпии мертвы. Блин, ненавижу я этих гарпий. Летучие их хрена с два достанешь. Маги их теперь буду мочить. Приготовлю-ка огненный шарик еще один на всякий пожарный. О, вон там гарпия. Гарпия там. Вижу ее. Сохранюсь. И сейчас убью ее. Теперь твоя очередь, негодяй. Умри.
Мари! Лестер! Идем! Жутко, конечно. И музыка, блин, жутковатая. Блин, почему такая жуткая музыка? У меня от нее мурашки по коже. Ой. Вот. О, вот теперь нормально. Теперь твоя очередь, негодяй. Вот только вас мне не хватало. Лестер, ё-моё! Волочись сюда. А, давай, давай, мочи их. Убивай. Бей ублюдков. Сдохла. Да не по Лестеру. У меня мана даже не снялась. И вот тебе еще один. О, если мелкий кидать, то мана не снимается. Просто зашибись. Если мелкие огненные шарики кидать, тогда мана вообще не снимается. О, походу вообще мана сниматься не будет, если мелкие всякие такие заклинания делать. То есть полную силу их не тратить. Хм. Пригодится, конечно, но какой от них прок, если они не в полную силу работают, эти заклинания? Больше здесь гарпий нет? Есть. Теперь твоя очередь, негодяй. Ох! А, походу их боковые удары берут. Да не Лестер. Пойду посмотрю, что там есть. Наверх. Ладно, ты иди, а мне тут надо еще все остальное осмотреть. Мне надо этот этаж еще осмотреть. Еще один, чтоб сдохло побыстрее. Скелеты? Или там Лестер гарпий мочит? Все, и это сдохло. Сегодня вы меня не убьете. Ладно, я еще поднимусь к Лестеру. Только сначала исследую этот этаж. Так, там наверняка тоже гарпии сидят, поэтому не буду туда лезть. А, скелеты там. Ну, вообще-то я знаю. А, там, кстати, и находится, по-моему, тот, что ищет Лестер. Ну ладно, мы сюда еще вернемся вместе с ним. Гарпия! Ага. Она застряла. Это хорошо. Умри! Сдохло. Пиво. А откуда тут пиво-то? Да. Надеюсь, у него срок годности не истек. Ладно, теперь можно и к Лестеру идти.
Так, он должно быть где-то тут. Да, вот он. Нашел. Ты нашел что-нибудь? Сундук закрыт. Быть может, его хозяева оставили ключ где-то поблизости. Документ а в библиотеке нет. Ты не смотрел? Нет, пока не вижу. В библиотеке ты не смотрел? Ну, давайте сейчас загляну. Вздую парочку скелетов заодно. Получу опыт. Ну, походу, в библиотеке и ключ. Только чтобы то местечко открыть, надо за рычаг потянуть. Там скелеты. Почитаю-ка книжки. Так, опыт плюс 50. Отлично. А это... Тоже опыт плюс 50. О, старый сундук. Так, о, ключ. А вот и ключ. Ладно, эту тайную комнату мы с Лестером осмотрим чуть позже. Пока я отнесу ему ключ. Здорово, Лестер. Пойдем? А, наверное, надо открыть. Вот, право собственности. Тот самый документ. Я нашел документ. Отлично! Возьми эти свитки в качестве награды. Они помогут тебе добраться до Юнитора. О, он там... Я подожду тебя... Как же мне достать этот юнитор? Как сказал учитель Юберион, невежда старается передвигать предметы руками, а мастер использует силу своего духа. Ясно. То есть, ты больше со мной не пойдешь никуда? Карпи! О, Лестер! Помоги! Лестер! Помощь нужна. Теперь твоя очередь, негодяй. Тьфу, ебона мать. Лестер? Ну, ладно. Уходи пока. Да, мне, конечно, будет трудно убить этих гарпий. Не успею я доснять. Ну окей, смонтирую потом. Попробую убить гарпий. Все, тебе конец.
или убить их. Их вообще хрена с... Оттуда я их не достану. Чё я ушару-то? Да пофиг. Понятное дело, что я не успею ничего сделать. Сюда. Вторая не летит. Юниторик, кстати. А, сейчас прилетит. Чё? Лол. А теперь сдохни. Такое. Все, наконец-то. Живучая попалась гарпия. Не пойму, кто там еще порхает? Ах, вон кто. Ну тебя я просто расстреляю. Почему-то цель не наводится на тебя. А, ладно, я убью тебя сверху. Наверх потом залезу и там тебя убью. Нет.
наверное. Вернусь и закончу съемку. Итак, продолжаем запись. Так, подождите, сейчас я только поправлю микрофон. Вот так. Пойдемте мочить гарпий. Сам. О, вот сразу бы так. О, сундук. Что у нас тут в нем? О, руда. Зашибись. Ну вот, я, кажется, весь второй этаж обследовал. Прежде чем обследовать третий, заберу-ка я юнитор, да к Лестеру вернусь. Кто это там хлопает крыльями? Ах, вон кто. Блин, как же мне убить вон ту гарпию? Да ладно, убью я ее еще. Так. Ага, он мне дал свитки телекинеза. Юнитор из горного форта. Вот он. Давай, 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 давай. Все, сбросил его. Теперь можно и вниз спускаться. Стоп. А, вон там, где следующий этаж. Пойдем? А, точно, мне же надо юнитор забрать. Вот он. Юнитор из горного форта. Мы нашли то, что искали. Я останусь здесь ненадолго. Хочу изучить старинные книги. Мы еще встретимся. Я с тобой пойду, я ведь еще не до конца осмотрел этот форт. В библиотеке еще есть дела. Только Лестера дождемся. Так, пока наедимся. Да ману восполним. Немножечко миска. Вот, Лестер пришел. Но он вообще-то тут надолго еще будет.
этот Лестер. Он тут будет еще надолго, я вам говорю. Там скелеты. И какая-то лаборатория. Теперь твоя очередь, негодяй. Теперь твоя очередь, негодяй! Лестер! Теперь твоя очередь, негодяй! Осторожен. Отлезь ты. Понятно, то есть не эти дают на алхимии. Дождь пошел. Попробую сварить зелье. Просто так играл, не мог зелье варить, что здесь? Блин, может кто-нибудь уже, кто научился варить зелье, расскажите мне, а? Если кто-то, конечно, играл в эту игру. Ладно. Осмотрим еще третий этаж на этом форте. Громкость записи микрофона.
Может, тогда мой голос будет слышен нормально. А то что-то у меня голос тихий. В играх. Ну, я имею в виду в прохождении. Котики. О, ха-ха-ха. Ну, легко я ее завалил. Ой, тут еще и четвертый этаж есть. Ничего себе. Ну а здесь пусто. Всякое пофигень. Разве что вот Гарпию убил. Опыт получил. А здесь вообще никого нет. О, сундук. Он, похоже, заперт. Сохранимся, чтобы много отмычек не терять. И попробую взломать его. Отмычка сломалась. Перезагрузить. Мне отмычки дороги. Надо будет, кстати, потом еще накупить отмычек. О, вскрыл. Меч Победы. Старые монеты. Только я не знаю, зачем они, их даже продавать нельзя. А этот меч, он не настолько мощный, как мой краш-панч. Так что, простите. Ладно. Пора уходить отсюда. С каждой новой главой появляются новые твари, но вот только что-то новых ищеек я тут не вижу. Ну, может, оно и к лучшему. О, а вон там как раз ищейка ползает. Хотя там вижу орка, но нам пока еще рано в эти развалины ходить. О, а вон там башня. Ну и в нее тоже мы пойдем позже.
меня главная цель – это поохотиться на зверей. Ну и на орков, если таковые попадутся. Может, орки мне и не попадутся, зато попадется другая добыча в лице ищеек. Не, до орков я вряд ли доберусь, а вот ищеек могу убить. Они боятся огненных шаров. С обоим. Точнее, обеим. Обыщем вторую. Жаль, что с них только зубы собирать можно. Я думал, там шкуру, когти. А тут только зубы забрать можно. О, а вон и старый лагерь. Тут пещера. Там скелеты. Я знаю вообще-то. Там еще маг скелетов живет. Так. Вернее, тут только маг скелетов. Ой-ой, нет. Надо убить мага. Короче, тут в первую очередь надо мага скелетов, пока он скелетов не вызвал. Тут живет, вернее, только маг скелетов, а остальных скелетов он вызывает сам. Не буду говорить. А, чуть не вытянулся. Ёкарный бабай, как же мне его убить? Может, огненным шаром жахнуть? Напасть на него, прежде чем он вызовет скелетов. Живо! К нему! Ах ты! Собака! Заморозил меня! Ага! Ты не вызываешь скелетов! Теперь тебя убить будет проще. Достигнут новый уровень. Ха, зашибись. Легкий двуручник. О, а этот меч, кстати, помощнее. Урон 70, требуется силы 70. Не хватает 2 единиц силы. Блин, жаль. Земли охотится. Вон туда. Вон, на тот берег. Вот там еще одна башня. Где живет Ксардос, темный маг, с которым мне потом надо будет поговорить. И уже очень скоро, кстати. Пока нам там делать нечего.
в этой башне. Закончился, вон луна выглянула, и звезды. Ну теперь как-то хоть уютнее, что ли. Точнее, спокойнее, хотел сказать. Тут живет много зверья. Вот на них-то мы и будем охотиться. Первая добыча — кусачи. Надо только быть осторожным, потому что тут еще и остеры водятся. Их завалить не так просто, как кусачей. Восполним-ка ману. Думаю, магией их убить будет легче. Да, кстати, тут неподалеку есть пещера, в которой обитает мракорис. Давайте-ка его убьем. Да, вот та самая пещера. А вон он спит. Блин. Почему я не сохранился? Что меня сейчас может убить? Мне повезло. Раз я буду сохраняться, потому что я все-таки еще слабоват для таких битв. Здесь походу шахта была. Кир, руда, давайте попробуем добыть. Нет, ничего не получилось. А может еще раз? Нет, ничего не получилось. А здесь? Удача! Удалось добыть кусок руды. Ладно, пойдемте отсюда. Мне здесь больше делать нечего. Вон! Остеры. Надо будет обязательно прикупить зелье. Огненный шар. Остер. Так уж много ему это снесло. Зато они мне сносят дофига. Все двое отвлеклись на добычу. Понятно, надо их отвлечь. Они сейчас покажут.
жрать будут. Я их убью. Завалю без магии. Завалялась, ха-ха-ха. Эй! Эй, ты куда уходишь? А теперь живо мочи его. Дела обстоят попроще. Да, кстати. А вон там, кстати, орки. Справа от меня. Ха, я думал, что не удастся мне орков помочить. А не. Ходит, неправ был. Ой. Там кто? Остеры или кусачи? Кусачи. Слава богу. А остеры они там повыше. Ну, кусачей мы сейчас убьем. А остеры они там. Вон там. Идемте-ка лучше орков мочить. Да-да, то самое местечко. Эй, а где орки-то? Да, я в землях орков, но что-то орков самих не вижу. А, ну точно, я же их там вырезал в этом месте. Но что-то я не верю, они тут еще где-то должны быть.
это же земли орков. Он оттуда выход к старому лагерю. Да! А я жаловался. Блин, куда так много орков? Они все бегут за мной. Срочно в укрытие. Нафиг. Вот гад, а. И сохраняемся. Нужно знать четвертый круг магии. Сколько у меня сейчас очков обучения? 22. Сколько нужно? Так, первый круг был за 10, второй за 15, третий за 20, четвертый, значит, за 25. Мне необходимо получить еще раз новый уровень. Давайте-ка лучше смоемся отсюда. Что ж, дадим оркам пиндюлей. Пора уматывать отсюда. В укрытие. Вон они. Чего я дурью-то маюсь? Айда в старый лагерь. Как там было сказано, не хватает 2 единиц силы? Ща будет. И вот тогда-то мы оркам всем валим. Пинды. Вы, наверное, поняли, что я хотел сказать.
и отоспимся. Ой, тут вон уже спят. Мне нужно хижину найти, что ли, какую-нибудь. Тут вон только стражники остались. Поджарим. Диего уже тоже уснул. Что случилось? Привет! Ну-ка я поговорю. Ты ему? Да. Так, научи меня. Сила плюс один, сила плюс один. Все. Зашибись. До встречи. Дай я у тебя тут посплю. Вот и зашибись. Такой теперь можно взять верить. Во, легкий двуручник. Уж да мы сейчас всех орков убьем. Так. Я пришел вон оттуда. Пришли. Теперь можно и орков убивать. Ну давайте, подходите сюда. И оттуда потихоньку убивать. Я уже слышу их бормотание.
Да залезай ты уже, балбес. Все, пусть они сейчас все потихоньку будут карабкаться. Эй! Вы там где все? Достал, что за баг? Что за фигня? Я меч, я нажал на цифру 1, ну на клавишу 1 я имею в виду, а меч не достал. Что за пофигень? Чем вооружен, а теперь краш, а теперь у меня легкий двуручник, он мощнее. Ты куда лезешь, идиот? А где последний орк? Там стоит, поди. Сейчас попробую даже жизнь не восстанавливать. А так прямо с ним разберусь. Давай, иди сюда. Я знаю, что ты здесь. Да, так я и знал. Слишком самоуверенный я был. Надо уж лучше восстановить жизнь. Его. Сначала надо подманить кусача. Тут уторков больно много.
сохраняйся. Да, кулак ветра. Ну что ж, я заставлю вас полетать немного. Летите. Добили. Я знаю, чего боятся орки. Они боятся вот этой магии. Заставлю их полетать. Ветра. Там находится город орков. Туда нам рано еще. Так, надо их всех в одну линейку. Одного не сдул, началось. Мне надо так, чтобы всех сдуть. Эй, орки, полетать не хотите? О, всех спустил. Чуть оставалось, а? Все испортил. Ты полетел, ёпта! А, опять матернулся. Ну, чуть не матернулся. Задницу чешет. Вы видели? Вон, вон. Видели, этот орк почесал задницу. Задница, видимо, у него чешется. Эй, вы, хватит задницу чесать. Сюда идите. Я вас полетать заставлю. Бесплатно. Полетели. И еще раз полетели. Полетели снова. А теперь лучше смотаться. Понравилось. Восполним ману и заставим их полетать еще немного. Ну, заодно и жизнь. Стоять! Ну,
Ёшкин кот! Убил! Ёперный театр! Опять все заново придется делать, а времени-то нет ни пинды. А ну, пошли нафиг! Блин, я вас всех сейчас убью. Собак. И со... Да, кстати, и вы собаки, и ваши собаки. Я всех убью. И вас, и собак ваших. За мной. О, а теперь не гонится. Стоять. Куда? Я вас еще не убил. Блин, сейчас они там все встанут. Все встали, их теперь трудно мочить. Я промахивался. Если б не это, я бы их всех двоих. А тех двоих с теми двумя я бы справился с легкостью. Да пофиг. Попробую убить их прямой атакой. Ах ты, блин. Куда ты лезешь, идиота, кусок? Ладно, сейчас я их убью. Обязательно. В общем, сейчас дадим мы этим оркам пиндюлей. Дадим, дадим, обязательно. Никуда они не денутся. Только надо выбрать удобное местечко.
сколько они мне здоровья снесли. Нужно укрытие. О, вот тут укрытие. Сейчас я вас всех убью. Сейчас они попытаются залезть, а я их тут встречу. Чего вы тут носитесь? На вас, идиоты. Я даже не верю, что у орков культуры есть, хотя она есть. Не, орки это не бездумные монстры. У них своя культура есть. Пошел отсюда. Эй, а куда я запустил? Промазал. Что за пофиготина? Как я, блин, их вообще убью? Страны решили подкрасться. А, хрен из два не выйдет. Ой, похоже, все произошло. Ты идиот, блин, кусок хрупта. А, тьфу ты. А, ладно, сейчас я вас убью. Пошли нафиг! Нафиг пошли! Пошли нафиг! Нафиг пошли! Ай, хорошо, хорошо пришла эта сволочь! Где ее?
Ё-моё. Что за пофиги? Ох! Шахнулся. Там. Но тут уже звери, а я орков пришел мочить. Точно. А если попробовать напасть на них с этой стороны? Лучше сохранимся. У нас же тут хотя бы одной орчий гончий меньше стало. О! Заберем тут пока все, что растет. А, да разницы никакой. Откуда нападать? Один только улетел. Ах, кошмар! Вот ублюдок, а? Нет, блин, реально ублюдок. Сволочи-то, а? Дергается. Что такое? Во. О, нет, вот сейчас нормально. Блин, они тут неудобно встали. Ha ha ha!
еще один орк должен быть. Но давайте пока ликвидируем это. И гончих заодно тоже ликвидируем. Где только не пойму тот орк. А, это забагал. Я его забагал. Он куда-то попал. Сейчас вылезет. Фиг знает. Я его забагал. Странно. Я ж тут обшарил этот труп. Чё ж он тут валяется все? Заберу ваше оружие, которое я потом продам. Он где-то тут вот носится. Наверняка. Остеры. Валялся, и у него много всякой фигни было. Полезной. Только вот где это место, я уже забыл. Но оно где-то здесь должно быть. А, вернулся-таки. Это гончая, все было бы хорошо. Но она на меня набросилась, сволочь. Теперь орки опять не убиты, ну ёп. Корный бабай, чё ж мне так не везёт-то, а? Идите вы отсюда. Ублюдки, а? Ублюдки, слышите? Я вам всуну, понятно? Материться на Ютубе нельзя, но никто же не сказал, что можно обыкновенными словами ругаться. Точнее, нельзя. Блинский. Вот. Подонки. Так. Это что же за фигня такая при прыжке? Работает. А, может это из-за того, что у меня магия? Да, это из-за магии. Свали ты, ё-моё!
чё это я мучаюсь-то? У меня ж есть секретное оружие, огненный шторм, свитки. Ну вот я вам сейчас дам. О, сейчас я вам дам, пинды. У меня все сдохнете. И... Кыря! Минус один. Сейчас и этих тоже. А, маны нету. Ничего страшного. А вот когда я четвертый круг магии изучу, то есть следующий, мне для этого еще один уровень получить надо. Я вообще руну огненного шторма открою, буду всех мочить к чертям собачьим. А-а-а-а-а. Минус 40. Еще минус один. Я еще и гончик шахну. Если у меня, конечно, остались свитки. Остались, по-моему. Надо будет еще зелье маны прикупить. Остались. Так. Жахать надо такими в середину. Для наибольшего эффекта. Например, туда. Моё. Да их тут дофига. Вот вам, всем. Горите в огне. Собаки. Что? Стоп. Я ведь... А, ну ничего, сейчас мы всех этих орков убьем огненным штормом. Теперь-то я знаю, чем их надо убивать. Идиот, я жму же атаку. А он не атакует. Ладно. Стойте же, ублюдки, я вам покажу. И потому попал. Не туда попал. Блин, как же я их долго убиваю? Ага,
сдохла. Да ё! Шашлык! Вы поняли, какой, блин? Капец! Сколько ж я их еще мочить-то буду, а? Не могу, блин, этих долбанных орков завалить. Тьфу! Пипец какой-то. Лол! Не туда. Опять я новую игру нажал. Сколько раз я уже так прокалывался? Мне сюда надо. Держит блок. В Райсон персонаж держит блок столько, сколько... А тут нифига. А если отойти подальше? Сматываемся нафиг. Прячемся. Так, а теперь... Не буду повторять предыдущих ошибок, пью зельки и сохраняюсь. А эту парочку я завалю так, поберегу свитки для орчих горчих. Могу их все равно убить. Да убью их другой магией. Кулаком ветра. Может, лучше их кончих так убить? Заметить орки. Да не огненный шторм, а кулак ветра. Сорок.
Минус 2 орка. Ну что ж, орки мертвы. Теперь разберемся с их собаками. Которых, блин, тут тьма тьмущая. Эх, сколько опыта! Если я их, конечно, убью. А я их убью. Я в этом не сомневаюсь. Жахну сейчас их всех огненным штормом. Только обязательно сохранюсь. Новый уровень точно получу. Ой, а маны-то нет. Непорядок. Отсюда. Нужно укрытие. Откуда я их и буду мочить? Они хрена с два заберутся. Нет, попробуй все-таки отсюда. Все равно
Вот сволочи-то, а! Как же мне их убить? Ведь уровень новый нужен. Ладно, убью тех, что ближе ко мне. А теперь вон ту группку. Иди ты отсюда. Оставалось завалить. Короче, тфу с ними. Я не буду снимать, как я их поставлю на паузу. А нет, давайте все-таки их замочим. И я сниму этот процесс все-таки. Мне кажется, что убью я их. Непременно. Так, сматываемся. Бегом. Бегом, 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 бегом. Вот здесь. Ой. Ой-ой. Старая тактика. Хотя бы еще двоих успел убить и сохраниться. Побежим. Вот он, мой камень. Стали меня преследовать. Похоже, я поторопился. Да ё-моё, а! Что ж ты будешь делать?
лучше залезть на старый камень. Главное, слишком много не пускать. Что я, собственно, сейчас и сделаю. Хотя бы не больше одной. Нифига себе, сколько я их тут убил. Обалдеть. Ай, еще одна сука живая осталась. На меня может тут... У меня бомбит! У меня бомбит! Это ж надо, а! Да не тот, это камень. Вон мой камень. В живых еще две остались. Не, зелье я еще куплю. Стелепортируюсь в болотный лагерь. Ну, естественно, после того, как подниму круг магии. Ну и где гончая? Что, больше реально нет? А я думал, меня тут еще поджидают. Не, они меня все поджидают там. Повезло, а теперь вдруг повезло. Так главное не быть слишком самоуверенным. И сохраняться почаще. Ходим туда. Опа. А это тут кто? Мильтон? А он тут что делает? По имя... Мы с Лестером осматривали форт в горах. Он говорил мне об этом. Думаю, тебе можно доверять. Так где же вы встречались до этого? О, здесь и там. В самых разных местах. А, то есть он знаком с Лестером? Увидит. Но я пока посплю. Лучший способ восстановить энергию и ману – это поспать. О, а он и выход.
из земель орков. Прямо в старый лагерь. Но я сначала еще тут всех не убил, кого надо. Мне еще нужно убить остаток орчих гончих. И вон тут пару орков. Тоже надо убить. Тогда-то мне точно новый уровень дадут. Разобрались, теперь убьем хозяев. А, точно, скелет, по-моему, тут где-то лежит. Йо! Карный бабай. А орков тут, оказывается, гораздо больше, чем я думал. Эти два орка, а там дальше, оказывается, еще троица. Даже четверка. Это когда он успел ударить меня? Нет. Их тут так просто не возьмешь. Тут магия нужна. Слушайте, а почему бы их молнией не шабахнуть, а? И нафига мне свитки огненный шар, когда у меня руны есть? Я тут маловато. Аккуратно.
же меня это задрало. Долго я их тут мочить, конечно, буду. Пупеть как долго. А скелет, кажется, вот тут лежит. Да, вот он. Эликсир, боевой молот. Так, боевой молот, он... Сколько тут? 51? Не, он не мощнее, чем мой. Легкий твой ручник. Наоборот, слабей. Ворочий лист. Дубовый лист. И сохраняемся. О, а может их к стражникам вывести? Стражники мне помогут. Тебе лучше здесь не... Я из... Тревога! Тревога! Пропусти меня! О, спасибо, что помогли убить орка. Тот теперь остался один, и справиться с ним будет значительно проще. Так, кстати, я еще вон там орков не убил. Помните? Если мне до следующего уровня не хватит, то я их тоже убью. Thank you.
кольцо. Я здесь был уже и всех убил. Мне тут нечего делать. Тот орк, наверное, уже вернулся. Убьем его. Нет, он не вернулся. Стражники вон стоят, значит, орк не проходил. Ладно, идемте туда. Вон там есть неубитые мною орки. Сокровищница орков, походу. Убью голема, и дверь откроется. Только его надо, вы уже знаете, мочить одноручными оружиями. Голема надо только одноручными мочить. Вообще-то мало что дает, потому что это руна кулак ветра. То же самое. А вот и орчья сокровищница. Здесь много всего. Эликсирчики. И еще очень много богатств. Большой меч, но он не мощнее, чем мой. Легкий двуручник. Он слабее. Ну, вряд ли это, конечно, сокровищница. Чего-то тут не особо много, но вообще-то нормально тут. Но я вообще сюда зачем планировал приходить? Я планировал здесь получить новый уровень.
И что я получил? Фиг. А, я знаю, что надо сделать. Надо отдать Сатурусу Юнитор. Тогда я точно новый уровень получу. Но мне... Я потом туда пойду. Пока пойду в болотный лагерь. Извините. Я лучше тут пока сейчас куплю рун, которых у меня нет. А потом и уже пойду в новый лагерь. Дорогу снимать не буду, и меня в новом лагере вы увидите уже в следующей части прохождения. А это подходит уже к концу. Она и так у меня больно долгая получилась. Я не знаю, сколько я ее загружать на YouTube буду. Плюс еще монтировать придется. Аж 3 длинных видоса в один. Я... Стоп, нет. Это не то. Мне это не нужно. Я хочу приобрести магические свитки. Мне нужно вот это. И зелья. Зелья обязательно. Так, телекинез, сон, чары. Замена там огненные стрелы, свет. Сердце каменного голема. Оно мне все равно не нужно. И трофеи. Не хватает. А я еще зелье купить хотел. А, болотник продам. Так, мои извинения, у меня тут спутались провода. О, так-то лучше. Можно еще амулеты продать. Продам. И почему нельзя держать язык за зубами? Это тоже. Ну и это. Вот, теперь хватает. Но надо... А! Чё ж я голову-то ломаю? У меня вон оружие. Куча всякого ненужного. Так, эликсиры, ману и жизнь. 20 эликсиров жизни и 20 эликсиров маны. Ничего, у меня найдется еще что ему отдать. Больше этого не случится. Есть дофига никуда негодно брах. Так, свиток молнии я тоже продам. Зачем он мне? Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Больше не хочу слушать, что скажешь. Так, а больше у меня особо-то нет ничего. Мне руда пригодится. Это мне не нужно. Ну, хотел бы я, чтобы со мной перезаться. А, ну я тут много чего не ем. Еду продам. Нельзя держать, нельзя.
тут надо? Пипец. Наконец-то. Во. Ну ладно, до свидания.